Всем здоров, народ, с вами Хася, и сегодня я хочу поговорить о своем челлендже. А если вы не знаете, что к чему, я сейчас вам все расскажу. Включается в том, что эти донатеры портят игру, покупают свои прем-танки с премиум-аккаунтом, а игра им за это подкручивает. Поэтому я решил качать ветку без доната за 1000 боев. А если я ее не вкачаю, то набиваю тату с лучшим танком в игре. Нет. ФВ-215Б-183. Мои подписчики меня очень сильно любят, поэтому они выбрали СТБ-1. Ну, наверное, потому что это самый, черт побери, дорогой в опыте СТ-10. 319 тысяч опыта нужно, чтобы только исследовать десятку. Ну, молодцы, спасибо вам. У меня уже все нервы умерли от этой ветки. За это вы должны залететь на стрим на Нонолайве, который будет 7 августа в 10 часов утра по МСК. В принципе, они проходят почти каждый день там, но вы залетайте по ссылке в описании, там же можно найти и ссылки на приложение, чтобы было удобнее. Все, вас всех жду, за каждым прослежу. Возвращаемся обратно к СТБ. Так как стримы смотрят не все, я вам объясню, как проходит ивент и почему я думаю, что сливаю его. Без премиум аккаунта играть в принципе терпимо, ну по крайней мере до 8 уровня. Именно на него я сейчас и перешел. На аккаунте уже 371 бой, больше 30% пройдено. Я только вот-вот исследовал СТА. И можно подумать, ох, нифига себе, да ты без прем-аккаунта за 300 с копейками боев на 8 уровне уже. Ну, так это самое простое и было. Премом я периодически пользовался, так как сертификаты выпадают в сундуках за БЗ. И как бы там ни было, бустеры это реально классная вещь. Ну, когда они в бесплатных сундуках, а не в контейнерах по 5 долларов, где должен быть танк. Мое восхождение к СТБ-1 усложняется еще из-за того, что эта ветка, ну, очень говенная в стоке. Ну, да и в топе тоже не фонтан, конечно. Но сток просто жесть. Насчет фарма я особо не заморачивался, пока что с бустерами кредитов Чири, от которого у меня полыхает, вывозит по 50-70 тысяч кредитов чистыми. Конечно, с премиум аккаунтом и самыми мощными бустерами. Давайте воспользуемся математикой. Чтобы со СТА-1 вкачать тип 61, мне нужно 227 тысяч опыта, если я не буду вкачивать двигатель, гусли и альтернативное орудие. Смотрим мой средний опыт по этому аккаунту. 657. Делим, получается 345 боев. Плюс теми, что есть, получается 716 боев. Ну, я думаю, что будет поменьше на самом деле. Давайте скинем боев 60 за иксы и то, что я буду пользоваться премом иногда. Округляем пшуры-муры, 650 боев я забираю типа, допустим. А если я буду играть просто как кибер-котлета и буду фармить на СТА-1? Ну, потому что если нет, то мне придется еще на чирике обратно возвращаться и играть, фармить серебро. Я просто похлопаю. Так вот, 650 боев, я забираю типа, и у меня остается еще 350 боев, за которые я должен вкачать 419 тысяч опыта. То есть нужно вывозить по 1200 среднего урона за бой. С премом это в принципе было бы реально. Но без, ну надо душу дьяволу, видимо, продать. И, как я говорил, надо какую-то часть боев выделить на фарм серебра. Я не учитывал погрешности свободкой. Но не думаю, что оно сильно как-то изменит погоду, потому что это плюс-минус 25-30 тысяч. Я в любом случае добью 1000 боев, постараюсь вкачать, но что-то мне подсказывает, что стрим из салона тату все-таки будет. Мне часто на стриме пишут, что «Да я вкачал ИСа 7 за 600 боев!» И типа того, короче. И мне реально интересно, если у вас вот был такой опыт по выкачиванию танков, за сколько вы проходили от 1 до 10 уровня? Можно и с премом, можно и с прем-танками. Просто интересно, ну, плюс-минус, как вот люди укладываются. А мы будем прощаться. Увидимся на стримах. Лайк, подписочку, колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И пока.